Кавалер Ордена Славы Лаптев Степан Васильевич. Сапер 491-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 10-го боевого стрелкового корпуса 40-й армии 4-го Украинского фронта. Рядовой. Родился в 1900 году. Участник гражданской войны. В августе 1942 года был призван в Красную армию. С того же месяца участвовал в боях под Тихвином в составе Сибирской дивизии. Был ранен осколком снаряда. После госпиталя прибыл в 491-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 159-го укрепрайона 40-й армии. Стал сапером. В мае-июне 1944 года в районе 30-40 километра восточнее города Кишинев установил вместе с бойцами батальона 900 противотанковых и противопехотных мин. 27 июня при подготовке наступления снял более 20 противотанковых мин противника. Сделал проход в инженерных заграждениях. Приказом от 31 июля 1944 года рядовой Лаптев Степан Васильевич награжден орденом славы 3-й степени. В октябре 1944 года сапер Лаптев проделал 2 прохода в проволочных заграждениях врага, обезвредил 47 мин. Приказом от 20 ноября 1944 года рядовой Лаптев Степан Васильевич награжден орденом славы 2-й степени. В ночь на 4 апреля 1945 года в районе населенного пункта в Чехословакии рядовой Лаптев с напарником проделали проход в минных заграждениях противника. Сняли более 10 мин. На утро, отправившись в тыл, обнаружили группу гитлеровцев численностью до взвода, скрытно продвигающейся в тыл нашего батальона. 2 сапера заняли позицию и приняли бой. Автоматным огнем и гранатами они уничтожили более 10 солдат врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в боях с гитлеровскими захватчиками гвардии, рядовой Лаптев Степан Васильевич награжден орденом славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена славы. Похоронен на хуторе Сеятель Краснодарского края.